Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Спинова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по сайту CryptoFermer. Хочу сделать пробный вывод на Pair. Я выводила на FaucetPay, есть видео на YouTube, на Rutube. Вывод на FaucetPay без минималки, а на Pair от 3 центов. Вот сегодня сделаю, сейчас попробую эти копейки свои вывести и посмотреть. Так, вывод. Кошелек я открыла сразу заранее. Вот у меня на балансе видим, да? 23. Это можно я брать, наверное. 0.24 и Pair. И вот здесь видим мы. Здесь не скопируется. 0.3 цента. Так. И. Ага. 0.4. Ладно. 23.04. Вот так тогда. Надо всю сумму выводить. А я думала эти копейки оставить. Ну ладно. Будем вводить на Pair. Вот. FaucetPay. Здесь вообще все по нулям. Видите? Минималки на вывод нет. Максимум $15. А на Pair минимум 0.03 цента. Кликаю. Видим, да? Переводим. Перевести на русский. Успешный платеж. Баланс мой обнулился. Не забываем, что у нас в тройках прописать кошельки. Подтвердить почту обязательно. Сеттинг. В обязательном порядке, чтобы Pair у меня прописан кошелек, а FaucetPay email адрес. Обновляю страничку. Сегодня у нас 24 сентября. 24 сентября плюс 22 цента. Давайте кликнем сюда. Так, 24 сентября. Перевод выполнен. 0.22 USD. Комментарий CryptoFermer. Все шикарно. Платит стантом. Продолжаю доить корову. Вот. У меня уже 4 уровень. Вот. И как бы через 18 минут я опять буду собирать, как бы это молоко соберу, пойду делать сыр, потом продавать. Ну, как-то так. Кому интересно, собирайте. Это как на кране. Абсолютно без вложений на FaucetPay. Без минималки на Pair. От 3 центов. Всем удачи, всем пока!